Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Юрий Аксенов. Мы возвращаемся в игру Hotline Miami. Я в тот раз застрял вот на этом моменте. Здесь что нужно было делать? Здесь нужно как-то было зайти внутрь, но все двери заминированы. И в какую бы дверь я ни зашел, они взрывались. Но спасибо тем, кто написал мне в комментариях, то, что нужно всего лишь-то стрельнуть в дверь, и тогда... Так, какую возьмем? Давайте вот этот дробовик возьмем для того, чтобы бандиты сами побежали, и тогда бы они бы взорвались. Ну что ж, ё-моё! Мне даже не пришлось ждать, когда они на меня побегут. Все просто взлетело к чертовой бабушке. Так, осталось двое чуваков. Как мне с ними быть-то? Так... Дверь вылетела. Так, жалко нету штурмовой винтовочки. Так, там тоже ружье. Осталось убить двоих, и это самое сложное, наверное, во всей этой миссии. Точнее, на этом этаже, потому что остальное, как вы помните, я очень легко прошел. Так, как нам быть-то? Они все залегли за столами. Я не знаю, получится попасть. Оба-на! Получилось. Клево. Оба-на! Не получилось. Два патрона. Есть! Вот это я понимаю. Вот это называется четко сработано. Так, я, пожалуй, возьму какое-нибудь оружие. Хотя бы нож. Потому что мало ли... Может быть, кто-то меня будет ждать на этаже. Хотя нет, никого нету. Кого я обманываю? Просто валим отсюда. Думаю, сейчас у меня будет пятерочка за миссию, потому что мне пришлось ее перепройти заново, но я прошел все с первого раза. Это или профессионализм, или уже просто знание того, что от меня требовалось. Си? Странно, я же... Прошел все с одного раза, без единой смерти. Ну ладно. Может быть, Си это пятерка? Так, чувак, что тебе надо снова? Снова мы купили какую-то жрачку. Надеюсь, вот все-таки во второй части Hotline Miami все будет нормально с русским языком. Не будет таких проблем. Что она делает? Она сыт в раковину? Я не понимаю. Так, и у нас новое задание, на которое сейчас-то мы и отправимся. Пятая глава. Полный дом. Или Full House, это в смысле из покера. Так, мы можем ходить быстро или можем... Летальные двери использовать. Я, наверное, все-таки выберу смертельные двери. Потому что это клевая способность. Ой-ой-ой. Это я попал. Но я сам виноват. Так, ну что этот патрулирующий чувак ко мне придет? Ладно, не будем его ждать. Сработаем сами. Отлично. Так, собака. Ненавижу собаку. Еще чувак со штурмовой винтовкой. За что ж мне такое наказание-то? Так, песик уходит. Остался чувак. Так, отлично. Так, песик. Блин, да их дофига тут песиков. Но нам все равно нужно идти. Не сидеть же нам тут. Так, песик в ванной. Песик в бильярдной.
Да, тут их дофига, действительно, полный дом здесь. Наверное, с покером ничего все-таки не связано. Так, как же нам быть? Мне бы собачку как-нибудь грохнуть. А! Я хотел в нее кинуть палку. Ладно, второй заход, или это уже третий? Наверное, лучше бы сказать. Так, идет чувак сюда. Приготовились, приготовились. Отлично. Песик, песик, песик. Есть, пса прибил. Так, надо вот этого чувака грохнуть. Приготовились, приготовились. Сейчас будем бить. Так, куда дальше пойдем? Конечно, бы лучше бы вот сюда идти, вот. В ванну, в бильярдную. Но вот этот грёбаный пес меня очень-очень смущает. Интересно, он выйдет отсюда или нет? Я вот боюсь просто то, что он покинет территорию. Ох, черт! Ненавижу, когда так происходит. Когда мы... Я его и он меня. Так, ждем чувака. Эх ты, а чё это он мимо-то прошел? О, зато с винтовкой вышел. А вот и он. Ждем его. Готов. Пес, 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 пес. Блин, там катана, я ее хочу, между прочим. Пес готов. Чувак с М16. Иди сюда. Ладно, я возьму катану. Потому что катана это реальная вещь. Так, там меня никто вроде не должен спалить, если что. Так, что у нас здесь? О, нет! А так офигенно все было. Так, ладно, ждем. И катаны больше нету, блин. Так, давай. Уже отработанная схема. Так, мне бы вынести собачку. Потому что собачка это самая жопа. Фух. Это жесть была. Готово. Так, дальше. Готово. О, блин. В общем, нужно немножечко по-другому. Так, ладно, ждем. Но я уже продвинулся немножко. Это не может не радовать. Пес. Я всегда ненавидел собак, особенно здоровых. В этой игре я их ненавижу еще больше. Ну, посмотрим, когда выйдет GTA 5, как я буду относиться к собакам там. Так, давай. Пес, пес, пес. Есть. А тут у нас катана, кстати. Смотрите, клево. Все, я взял катану. Это мое любимое оружие в GTA Vice City и в этой игре. Опа-на, опа-на. Так, как же мне быть-то? Очень плохое сочетание пес и мужик. А! Ну кто тебя просил открывать дверь?
Его никто не просил открывать дверь, ё-моё. Взял и все испортил. Так, ладно, ждем. Что было, то было. Так, псина. Так, а этот куда ушел? Какого хрена он это сделал? Это не по плану. Это не вписывается в мои планы. Чтобы трое были... Чё он ползает? Умирай! О! Отлично. Так, что вот с этими-то делать мне? Мне их только расстреливать, наверное. Ну что ж, попробуем. Так, смотрите-ка, никто не среагировал, это хорошо. Так, берем ломик. Так, что у нас здесь? Здесь у нас тоже жопа. Я его чуть не спалился же. Я чуть не спалился. Ладно, решил посмотреть вовремя. Так, сейчас будем убивать того, кто с оружием второй. С помощью двери. Спасибо тебе, конь, за такую мощную силу. Такс. Блин. Так. Есть. А-а-а! Так, он отстал. Ага. Отлично. И... Готово! Стадия пройдена. Куда идти? Идти сюда? Окей. Так, тут опасно. Кто это был и откуда он взялся? Он ссал, а я его даже не видел. Прикол. Вот это месиво. Нет, тут надо работать по-тихому. Ну вот как-то так, наверное. Потихонечку. Ох! Поторопился. Так, надо вот, чтобы вот этот чувак ушел за угол. Ушел. Вроде ушел. Так. Готов. Примерно так надо работать. Такс. Фигово, что там засел чувак с винтовкой. А тут у нас что? Двое патрулируют. Но, если честно, тоже особо ничего хорошего. Не получилось. Ага. И теперь нужно попасть в него. Бежим. Есть! Четко. Так, тут двое. Нужно их как-то вырубить. Но как? Вот у них стопудово есть оружие.
Так, давайте-ка закроем дверь. Блин, ну... Чёрт! Да чёрт! Да чё такое? Вот это лалка, лалка. Называется это лалка. Потому что дверь не открывается на полную мощность. Так, ну... Можно рискнуть, короче, залететь и быстро стрелять. Да, лучше так не делать. Лучше так больше не делать. Так, идет. Идет, ушел. Ждем его здесь. Готов. Так, сейчас нужно дверью снова их убить. Так, я остался последний. О, да. Ну, я уже, по крайней мере, имею небольшую отработанную схему. Так, и последний. Блин. Ну, блин. Но зато чувака с оружием мы вырубили. Готово. Так, ну вот что нам попробовать? Попробовать снова. Черт, то же самое. О, да. Ладно, попробуем тогда пойти в другую сторону. Ладно, в тот зал. Ну хотя нам так и так придется тех убивать. Ох, не знаю. Готов. Да блин! Так, давайте еще раз. Повторение, мать учения. Тык-тык-тык. Бам! Давай, чувак, я тебя жду. Немножко не так, как я хотел. Ну ладно. Отлично. Так даже лучше. Так, что с этими-то делать? М16. Коко-комбо! Коко-комбо, отлично. Настоящая коко-комбо. Так, нужно как-то грохнуть вон того чувака. Ну как мне это сделать? Есть. Черт. Есть. Я остался один. Блин. Я остался один. Ура, миссия пройдена. Так, возьму-ка я, наверное, любимое оружие. Так, вроде никого. Все, сваливаем. Это была жара. Но, тем не менее, я справился. Да, очень крутая игра. D+. Не знаю, что это за оценка. Они очень странные здесь. Снова пиццерия. Окей. Ну, доставим пиццу. До нашего дома.
И, наверное, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх под видео. А где? Где эта женщина, которая писала мне в раковину? Ну, в общем, не будем о ней. До новых встреч!